Сейчас, ребята, мы с вами находимся у самого ужасного места в мире, а именно казино. Множество игроков приходит в это казино, но в итоге остается ни с чем. Сегодня в данном казино мы с вами сыграем на сотню миллионов. В данном казино есть 4 варианта игры. Первая, ребята, это игра в карты, обычная карточная игра дурак. Вторая, это игровые автоматы, на которых мне постоянно не везет. Третья, это вот такая вот рулетка, на которой я просрал просто кучу денег. Ну и самый популярный и распространенный вариант игры — это игра в кости. Ну и так, дорогие друзья, чтобы начать, давайте закупимся игровыми фишками, потому что иначе здесь играть нельзя. Закупаемся на все наши деньги. Так, я не знаю, сколько я смогу закупить, но давайте купим, к примеру, 1 миллион фишек. Так, вот 1 миллион фишек, все, я купил, и с меня сняли 90 миллионов. Давайте, короче, еще покупаем, получается, 110 тысяч. Так, покупаем вот столько, все. Вот купили еще, давайте купим, к примеру, там, не знаю, еще 1000 я могу еще купить. Да, вот еще 1000 купили. И сколько у нас там денег осталось, давайте посмотрим. У нас осталось, так, деньги 9500. Ну, давайте еще вот сотню фишек купим напоследок и все. То есть вот 500 баксов у нас осталось. Мы закупились просто на все деньги. Ну и, ребята, давайте сейчас, короче, идем и играем в данные кости. Я, ребята, буду играть на самые большие ставки, на 50 тысяч, 50к. Играю. Кидайте ставки. Сейчас посмотрим, сможем ли мы тут подняться или нет. Ривас, дай деньги. Я потрачу на семью и детей. У меня, блин, только ничего не осталось. Вот только вот последние 500 баксов. Забирай. Так, мы проиграли первую, ребята, игру. Я, к сожалению, проиграл. Давайте идем дальше. Так, сюда. О, мы отыгрались. Плюс 50 тысяч. Ну, ребята, сейчас мы им зададим перцу. Так, в ничью. Давайте, предлагайте мне. Вы выиграли. Хорошо. Так, давайте, короче, продолжаем дальше. Кевин Моретти предлагает сыграть нам на 1000. Давай, Кевин. Мы выиграли. Но нужно играть только на 50 тысяч. Только на 50. Так, Богдан Серегин предлагает бросить кости. Ставка 50 тысяч. Давайте, мы проиграли. Да ё-моё, давайте еще. Так, вот сыграли и отыгрались сразу мгновенно. Вот такие, то есть качели. То мы выигрываем, то проигрываем. Но, как мне кажется, в конечном счете мы только просрем. Ребята, кто еще не знал, но с каждой вашей подпиской моя удача увеличивается на 1%. Так что, братуха, подпишись, не ленись. Давайте, играем на 50 косарей. Кто готов? Так, 5 тысяч? Нет, я играю на 50. Давайте, yes. Тащи, Ривас, плиз, только 6 випа дай, умоляю. Так, давайте на 50 тысяч, Ривас готов. Так, yes, вы выиграли, ништяк, опять мы с вами победили. Так, вот нам опять предложили игру, давайте сейчас играем. Так, мы проиграли, да ё-моё. Ривас, можно быть твоим крупье? Так, о, мы отыгрались. Так, опять отыгрались. Блин, проиграли. Ривас, гоу в рулетку, по 100 фишек покажу. Гоу! Сейчас посмотрим, что за рулетку он нам хочет показать. Так, ага. А, это походу какая-то VIP-рулетка. Ну, давайте сейчас ее покрутим. Так, вот, короче, ребята, моя ставка. Давайте ставим все 100 тысяч, давайте. Играем, ребята, на 100 тысяч фишек. Тащи, Ривас! Сейчас, ребята, главное, чтобы выпало число от 1 до 12. И если оно выпадает, то Ривас будет самым богатым игроком этой планеты. Блин, я проиграл, ё-моё. Ну, ребята, давайте еще. Так, вот, короче, крутит данную рулетку. И давайте ждем. Самое главное, чтобы выпало число от 1 до 12. Ура! Я выиграл 300 тысяч, ребята! Сейчас я суммарно поднялся на 100 тысяч. Ура! Я крупа этого стола. Так, Егор, давайте. О, мы выиграли сразу сходу. Выиграли 50 тысяч. Давайте играем еще. Так, yes, вы проиграли. Да ё-моё. Играю на 50к. Давайте, кто готов? Yes. Есть. Поздравляю, вы выиграли. Давайте, сейчас мы их всех задавим. Вы выиграли. Ништяк, ребята. Пошли победы. Давайте, ребят, играем дальше. Выигрываем и выигрываем. Хорошенько пошла так. Так, играем. Вы выиграли. Обалдеть. Ну, ребята, видимо, я сегодня миллиардером отсюда уйду. На самом, ребята, деле очень жалко то, что я одним разом не могу сыграть просто на все свои деньги. И максимальная ставка здесь только вот 50 тысяч. Тащи! Так, нажимаем yes. Вы проиграли. Так, Джоан Вилсон. Вы выиграли. Ну, ребят, вы сами как бы понимаете. Егор Вильетта. Давай, если сейчас проигрываем, то идем на автоматы. Да, ребята, все. Сейчас, короче, проиграли. Винстрик сбили и погнали, короче, на автоматы. На этих, ребята, автоматах я постоянно просто ухожу в дикий минус. Но давайте попробуем окупиться. Так, вишенка, фигня. И вот, ну, понятно. Давайте еще разочек. Так, число какое-то. Оп, и, пожалуйста, умоляю. Нет, какие колокольчики. Пока что, ребята, я жестко проигрываю. Колокольчик, ну, тут вообще без вариантов. Я проиграл.
проиграл. Но, ребята, давайте еще последний разочек сюда закинем 20 тысяч. Я вам говорю, я всегда тут проигрываю. И вообще тут окупиться никогда вот у меня не получается. Так, вишенка, вишенка, ну и да, и виноградик. Нормальный урожай. Так, вот это вот самое нормальное здесь. Еще, вот, вот, блин, что-то я мало очень выиграл. Вот реально, то есть я выигрываю очень мало. Я сейчас выиграл, но выиграл вообще копейки. Мне выпали одни слитки, но я выиграл там 1010 только. Ёкарный бабай, 60 тысяч выиграли. Все, ребята, нужно уходить, нужно вовремя останавливаться. Короче, ребята, я уже довольно-таки жестко поднялся, и нужно пойти и просто добить нашу кругленькую сумму. Так, yes, играем. Мы проиграли, надо отыгрываться. Томас Гонзалес, давай, я готов тебя рвать, давай. На, блин, я проиграл. Так, Егор Вильета, играем. Вы выиграли, нормалек. Так, Томас Гонзалес, сейчас я тебя надаю по попе. Сейчас я тебя проучу, зараза. На, есть, опять мы выиграли, ребята. Опять победили. Короче, если я хотя бы один раз еще раз выиграю, я отсюда сматываюсь. Просто на всех парусах. Пожалуйста, гоу! Есть! Все, ребята, все. На этом, ребята, приостановимся. Вот реально, на этом приостановимся. Я очень жестко здесь поднялся, и поэтому лучше дальше мне попросту не играть. Сейчас, ребята, у меня очень довольно-таки большая череда побед, но может все обернуться иначе. Сколько, ребята, я выиграл, я даже не знаю, но я выиграл очень много. Сейчас мы, в принципе, с вами посчитаем, в каком я плюсе. Так, и сколько тут еще? Давайте сейчас это перекидываем сюда. Но то, что я, ребята, поднялся жестко, это прям 100%. Так, давайте, короче, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и почти, ребята, 18. Чтобы вы понимали, я суммарно поднял где-то 700 тысяч фишек. Это просто капец. Ну, ребята, давайте сейчас это все обменяем. Alt и давайте продать фишки. Ну, давайте вот продадим 1,5 миллиона фишек. Так, погнали. Все, продали. Я получил 120 миллионов. Так, а ну-ка, сколько у меня там еще осталось? Давайте посмотрим. Так, сюда, вот тут 99 тысяч. Давайте вот еще, короче, продаем 250 тысяч. Так, продаем еще 250 тысяч. Еще 20 миллионов получили. Так, продаем еще там 40 тысяч. Сколько мы там получили? 3,2 миллиона. Так, а что там еще у нас? Так, и сколько у нас тут осталось? Давайте посмотрим. 1020. Ну, давайте последние эти фишки тоже сейчас продадим. Все, ребята. Короче, суммарно. Давайте сейчас посмотрим, сколько у меня денег. Капец, они накапливаются быстро. Так, МН, 10 персонажа, моя статистика. У меня, ребята, 143 миллиона. В данном, ребята, казино я поднял 43 миллиона. Очень, ребята, вот еще вот жалко то, что сразу нельзя вот сыграть вот на все деньги. Вот очень большая вот эта вот проблема. Потому что я думаю, так было бы гораздо интереснее. Так, ребята, короче, давайте сматываемся с этого казино. Капец, меня тут окружили. Поняли, походу, то, что я бабки поднял. Сейчас, ребята, знаете, что я хочу сделать? Вот эти вот 100 миллионов, которые вот изначально у меня были, я сейчас вот положу на свой банковский счет. Так, давайте, короче, сейчас закинем все эти деньги на свой банковский счет. Так, пополните основной счет. Давайте пополняем на 100 миллионов. Все, счет мы свой в банке пополнили. И теперь, ребята, сейчас посмотрим, сколько у нас всего осталось наших выигранных денег. У меня, ребята, в принципе, вот я вот так вот смотрю, у меня вот есть еще одно место для автомобилей. Сейчас, ребята, на выигранные данные деньги я пойду и куплю себе какую-нибудь новую роскошную машину. Так, ну что тут нам предложат за 43 миллиона? Давайте посмотрим. Но я думаю, такой машины за такие большие деньги тут даже не будет, потому что машины тут стоят гораздо дешевле. Так, вот тут премьер 15 миллионов, вот тут Bullet 15 миллионов. Миллионов, Джейстер 5,4 миллиона, Клаб, Супер GT, Байк, Секьюри Кар. Блин, я вот так вот, то есть бегаю, но даже не знаю, какую тачку бы себе сейчас купить. Я просто уже перепробовал все вот эти вот машины, и хочется что-нибудь новое и такое какое-нибудь интересное. Знаете, ребята, что еще можно сделать? У меня вот есть вот скидочный талон, который позволяет покупать имущество по ГОСУ в два раза дешевле. Отправляемся на нелегальный рынок, сейчас, ребята, я вам покажу. Вот эти вот все транспортные нелегальные тачки я сейчас могу купить в два раза дешевле их госцены. БФ Инжектор 16 миллионов. Ну, в принципе, неплохой такой аппарат, который можно было бы для себя чисто вот взять и купить. Потом кому-нибудь на стриме его подарю. Так, давайте, короче, ребят, покупаю себе вот этот вот аппарат. Все, покупаем, ребята. У меня ушло 8 миллионов. Давайте сейчас мы его еще покрасим как-нибудь красиво, и будет вообще просто пушка. Во, вот это я понимаю. У нас вот еще вот осталось 35 миллионов, и их скорее я тоже возьму и просто закину на банк.
На этом, дорогие друзья, данный ролик подошел к концу. Если, ребята, он вам понравился, то я надеюсь, вы не забудете поставить ему лайк, ну а также подписаться на мой канал. Касаемо, ребята, подписки, это, ребят, очень важно. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я был бы очень рад, если вы прямо сейчас вы бы взяли бы и просто подписались бы на мой канал. Ну, типа, реально, каждая ваша подписка, ребята, для меня очень важна. На этом, ребята, данный ролик подошел к концу. Всем большое спасибо и до скорого!